4 квартиры на первом этаже жилого дома. 80 детей старше 3 лет. Это детский сад нового городка. Терпеть стесненные условия воспитателям, дошкольникам и их родителям осталось недолго. Спортивный зал музыкальный, это все административные помещения. Строителям предстоит превратить бывший клуб-искатель в современный детский сад. Работы выполняли строго по проекту, но в процессе выяснилось, придется вносить коррективы. Фундамент здания 60-х годов постройки требует усиления. Как и в любом старом здании, при демонтаже появляются какие-то скрытые работы. Где-то нам нужно сейчас дополнительно отпроектировать усиление фундамента, где-то заменить еще дополнительно перекрытие, так чтобы объект тоже был по всем нормам и стандартам. Строительный мусор вывезен, где-то уже сделали стяжку пола и установили перегородки. Выполнить весь объем работ и уложиться в срок – задача непростая. Для ее решения на объекте увеличат число рабочих. Работы закончим в декабре, ничего не предвещает никаких срывов. Также контролируем, здесь постоянно технический заказчик, постоянно представители управления образования. И самыми большими контролерами здесь являются родители. В новом помещении Новогородковского детского сада появится не только полноценный медицинский блок, но и дополнительные места. Учреждение рассчитано на 120-140 детей. Возможно, начнут работу и ясли, которых в бывшем военном городке никогда не было. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».